Одесском морвокзале прошла торжественная церемония, посвященная 72-му выпуску курсантов мореходного колледжа технического флота. Руководство учебного заведения не без гордости отмечает, курсанты займут достойную нишу в морской отрасли. Они лучше всех. Ну, это шутки шутками, но мы много сил прикладываем к тому, чтобы ребята развивались гармонично. Поэтому они не только специалисты флота, не только знатоки английского языка, но еще и личности. Момент прощания с колледжем довольно трогательный, рассказывает Константин Велков. Однако с получением диплома открываются новые возможности работы в море. У меня папа моряк, и мне нравится эта профессия, тем более в нашем городе, где полно моряков. Мы живем у моря, порт, морвокзал, всегда это манило, пассажирские суда, грузовые суда. Профессии судоводителей, судомехаников, электромехаников и гидростроителей получили 350 молодых специалистов. Впечатления очень крутые, отучился, очень рад, что получил диплом, и будем идти в море. Море воспитывает настоящих мужчин. В этом уверены родители выпускников колледжа. У нас осознанно выбирали эту профессию. В нашей семье морская династия, в рейсы ходят все. И ходили наши дедушки, отцы, у меня и у мужа в семье. Я очень довольна образованием, коллективом, как относятся преподаватели к нашим детям. Очень, уже как одна семья стала. 7 футов под килем курсантам желает Юлия Долгонюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.